мы им поаплодируем. Потому что эти люди постоянно приходят на помощь и при этом при всем остаются в тени. Сначала основание фонда всю бухгалтерскую работу совершенно бесплатно проводит консалтинговая фирма «Главбух», руководитель Елена Туманова. Ей тоже огромное спасибо. Именно благодаря этой республике, а это сотни детей. Мы продолжаем и приглашаем на сцену человека, который не пропустил ни одного благотворительного концерта, ни одного мероприятия фонда. Не побоюсь его назвать большим другом нашей благотворительной организации. Итак, встречайте. Председатель комитета парламента Кабардино-Балкарской республики по культуре, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой коммуникации. Руководитель фракции КПРФ Борис Султанович Паштов сегодня в этом зале. Мы приглашаем его на эту сцену. Честно говоря, каждый раз, вот, когда на такие мероприятия выходишь, все равно волнуешься. Но, уважаемые друзья, я сегодня пришел сюда, чтобы поддержать Диану. Я пришел сюда, чтобы поддержать фонд. Я пришел сюда, чтобы поддержать сегодня Фатиму Магомедову. Я хочу сказать огромное спасибо актерам, исполнителям, ведущим, людям очень тонкой организации души, творческим людям, которые вот душой все это чувствуют, правду, неправду. И именно потому, что фонд делает это искренне, делает это от души, они совершенно безвозмездно, от чистого сердца сразу подключаются вот на такие дела. Но я бы хотел еще сказать огромное спасибо каждому, кто пришел сегодня сюда, в этот зал. И в вашем лице хотел бы сказать спасибо всем гражданам, людям, жителям нашей действительно очень красивой, доброй, вот здесь главное слово, Кабардино-Балкарии. Вы помните, что совсем недавно вся Кабардино-Балкария поднялась, чтобы собрать средства на лечение одного мальчика. Я специально фамилии, имена сейчас не называю. Как мы стали одной большой семьей. Как подключились другие республики. Как мы, да, достаточно бедная республика, давайте честно говорить, не богатая, ладно, не буду обижать никого, но очень богатые сердцем показали нашей стране и этому миру, как могут объединяться люди в беде. И в этой маленькой вот беде мы победили тогда, мы это все сделали, это было здорово. И я еще раз говорю, каждому из вас хочу сейчас именно сказать спасибо. Главное сегодня действующие лица – это вы, кто нашел время, кто остался именно не безучастным, отозвался на эту битву и решил помочь. Поэтому будет правильно, если я скажу вам огромное спасибо, и мы похлопаем друг другу. Я вам. Сцену народного артиста Кабардино-Балкарской республики Ауэса Зеушева. Тебя жить, чтоб само по себе и немного. Я люблю тебя жить, я люблю тебя снова и снова. Воздушок мы зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя жить. И хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли равнина морская. Мне известно давно, бескорыстная дружба мужская. Звонит каждого дня, как я счастлив, что нет. Мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь
и знаю, что это такое. Как поют соловьи, полумрак поцелуй на рассвете, и вершина любви — это чудо великое дети. Но мы с ними пройдем детскую с вокзалы причал. Повторится сначала, а как годы летят, мы грустим седину замечая. Жизнь помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так легко. Спасибо огромное, спасибо. Здоровья вам, ребеночки, здоровья. Спасибо. Дай Бог, чтобы дай Аллах, чтобы выздоровела скорейшим образом. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Мы продолжаем наш вечер и приглашаем на сцену нашу гостью. Итак, слово предоставляется доктору биологических наук, профессору кафедры биотехнологии Московского государственного университета, руководителю группы молекулярных методов анализа генома исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук Кочеевой Елене Зауровне. Спасибо вам огромное, спасибо фонду и спасибо Фатиме вам лично. Спасибо вам большое, спасибо огромное. Вы знаете, кто однажды попадает на благодатную землю Кабардино-Балкарии, тот запоминает, во-первых, этот момент навсегда, а во-вторых, всегда пытается вернуться. Поэтому вы сильно не утруждайтесь. Вы в любом случае вернетесь и будете в Кабардино-Балкарии постоянным гостем, своим родным человеком. Спасибо вам большое. Спасибо огромное.
Мы продолжаем. И сейчас я приглашаю на эту сцену всеми нами известного, любимого лауреата премии имени народного артиста России Алиту Хужева Эльдара Дымова, а вместе с Эльдаром и танцевальную группу «Оникс» первой школы искусств города Нальчика. Были вместе с нами на сцене, чтобы нас ничего не разделяло. Потому что дети все наши. Нет чужих детей. Вот сегодня такая тема, что мы хотим помочь любому ребенку. И, конечно, хочется, чтобы не было такое, конечно, такого повода, такой причины, чтобы как-то вот как помогать как сегодня. Но не должен, ребенок не должен болеть, не должен быть обделен лаской родительской. К сожалению, так бывает. Ну, пусть Всевышний услышит нашу как бы мольбу, наше желание того, что мы хотим, чтобы это все было меньше, и чем мы сможем будем помогать. Спасибо вам огромное, что сегодня пришли. Все. Да. Мы очень рады были принять участие в этом концерте. Да, и мы надеемся, что в мире станет меньше больных деток, чтобы они все желали, чтобы они все были счастливы, здоровы, чтобы мы могли им помочь. Нам было очень приятно встретиться с людьми. Да, нам очень понравилось. Спасибо, что вас. Спасибо большое. Спасибо огромное. Дорогие друзья, мне приятно сообщить вам, что по периметру зала и здесь, на авансцене, сегодня установлены урны, и каждый желающий может внести свой небольшой вклад в лечение нашей девочки. А мы продолжаем и приглашаем на эту сцену артистку северокавказской эстрады, замечательную, несравненную Диану Роуз. Встречаем!